Задача из группы кенгурушек 3-4 классов, которую практически никто в Инстаграме не решил. Сколько существует таких натуральных чисел n, что остаток от деления 2003 на n равен 23? Обычно здесь условием большая проблема, поэтому я дам небольшой пример. Если мы 2003 поделим на 198, то это число войдет внутрь 10 раз, мы 1980 используем, и останется потом в остатке 23. А так как остаток вышел 23 после деления, спрашивают, сколько подобных 198 чисел. Здесь важно понимать, что если 23 будет в остатке, то 1980 должно делиться без остатка на какое-то число. Его же в свою очередь можно разбить на множители. Это 2 на 2 на 3 на 5 и на 11. Дальше записать это в степенной форме. С помощью показателей посчитать количество делителей. А это просто умножить все на 1 больше. 3 на 3 отсюда на 2 и на 2. А значит делителей всего 36. Где тот же 198 это один из них. Например, еще один из них это 99. Если мы поделим на него, получится 20, а в остатке также будет 23. Но среди этих 36 делителей есть проблемные, маленькие, которые меньше, чем 23. И если все мы их посчитаем, их получится 14. То есть, например, деля на 10, мы бы получили, что десятка входит в 2003 200 раз, и в остатке будет уже тройка, а не 23. Поэтому из 36 отнимаем 14 делителей и получаем, что правильным ответом было 22.